стоит вам этого делать, мистер Дженсон. Отключите режим изоляции, и все демоны этой станции тут же набросятся на нас. Боитесь смерти, Дэрол? Или последствий того, что натворили? О, я в курсе, что я творю, поверьте. И меня это не радует. И все же вы на это пошли? Я поступаю так, как необходимо. 20 лет назад я подарил миру технологию имплантов. Я думал, что дарю ему светлое будущее, но оказалось, что я дарю ему средства самоуничтожения. Никакие законы и постановления ООН этого не изменят. Там люди умирают. Сотни тысяч людей сходят с ума из-за вас. Мне нужно было убедить мир. До сегодняшнего дня некоторые считали, что мы должны украсть у богов огонь и изменить человеческую природу. Но человеческая природа — это единственное, что дает нам моральные ценности и социальные навыки, необходимые для мирного существования. Уничтожив это, мы уничтожим весь наш род. Не надо строить из себя героя. То, что вы делаете, безумно. Правда? Когда все кончится, иллюминаты не смогут контролировать таких, как вы, как они изначально рассчитывали. Никто не сможет использовать изобретенную мной технологию, чтобы превращать людей в нечто иное. Что, как мы оба знаем, уже происходит. Вы возомнили себя Франкенштейном, убивающим свое чудовище. Вообще-то, мистер Дженсон, я предпочитаю считать себя Дедалом, беспомощно наблюдающим, как его дитя падает в море. Я положу этому конец. Сейчас же. Вы не сможете. Сигнал генерируется центральным передатчиком этой базы. Система безопасности Панхеи запрограммирована защищать его. Она убьет вас, прежде чем вы сумеете подобраться. Вы разработчик системы, Дэру. Вы знаете, как отключить ее. Но не скажу. Можете считать это крайностью. Вы просто не понимаете. Чтобы пережить это столетие, люди должны выкинуть из головы дурацкие мысли о превосходстве и приготовиться к переменам. Но для этого им необходим жестокий урок. Пусть прольется кровь. Вы считаете, что человечество заслуживает наказания? Единственное, что понимают люди — боль. Когда все закончится, некому будет готовиться к переменам. Ужас, который нам придется пережить по вашей милости, убьет в людях все человеческое. Я знал, что жертв не избежать, но думал, со временем человеческий дух возродится. Даже слушая вас, я помню о жестокой истине. Никому не дано увидеть то, что видел я. Никто не может повторить то, что я сделал. Все вы такие слабые, способные судить, но не действовать. Никому из вас не хватит смелости сделать окончательные выводы. Что ж, пусть будет так. Может быть, вы правы, а может быть и нет. Это не важно. Важно то, что случится. Завтра никто уже не станет слушать бред маньяка-убийцы. Сегодня вы один из величайших умов нашего времени, а завтра просто лесник. Но они не должны так думать. Это означало бы, что они не поняли главного. Поймите, я создал людей, подобных вам. Я сделал это возможным. Если бы судьба распорядилась иначе, возможно, здесь не было бы ни вас, ни меня. Разве вы не видите, как смерть гонится за нами, пытаясь стереть в порошок? Мы должны помочь ей,
Иначе такие, как вы, будут и дальше разрушать общество. Такие, как я. То есть не такие, как вы. Ваше изобретение изменило мир, а вы остались на месте. Покуда есть возможность, человечество будет развиваться с его помощью, но без вас. Пока, наконец, отец будущего не станет человеком прошлого. Думаете, я делаю это ради себя? Я этого не хотел. Ничего этого. Но выбора не было. Этот разговор – пустая трата времени. Вы не способны увидеть картину в целом и слишком глупы, чтобы понять, что стоит на кону. Я положу конец этому кошмару, и наш вид будет жить в лучшем мире. В мире, где будет только одна человеческая раса. Если вы лишены будущего, то и остальные его не заслуживают. Откройте глаза, Дэрроу. Посмотрите, к чему ведет ваше безумие. Когда это закончится, не останется ничего, кроме ужаса и беззакония, царящих в руинах городов. Разве так можно хоть что-нибудь возродить? Нет, это не... это совсем не то, чего я хотел. Что-то должно было остаться. Надежда на возрождение. Потому что без надежды не будет ничего. Я дам вам то, о чем вы просите, мистер Дженсен. Коды для отключения системы безопасности Панхеи. Но все равно это будет очень опасно. Эта система, большая ее часть, автономна и смертоносна. Думаю, вы поймете, когда увидите. Технология, которую я создал, ни для кого не станет желанным будущим. Прошу, помогите миру осознать это. Убери это. Коды позволят вам нейтрализовать проект Херон, систему безопасности Панхеи. Когда вы все увидите, вы сами поймете, этой технологии не место в мире. Thank you.
Причард, режим изоляции отключен. Возвращаюсь к ангару. Посмотрим, открылись ли двери. Кого-нибудь удалось найти? Есть несколько слабых сигналов, но помехи слишком большие. Боюсь, тебе придется действовать в одиночку, Дженсен. Что это с тобой, Фрэнсис? Такое ощущение, что тебя это расстраивает. Если
началось? Покажись! Чудовище! Это все ты!
братишка. Выглядите относительно неплохо, не так? Учитывая обстоятельства, да. А вы как? К счастью, мне удалось забаррикадироваться здесь, когда ситуация вышла из-под контроля. Теперь уже можно выходить? Нет. Остальная часть станции еще на осадном положении. Оставайтесь здесь до прибытия помощи. А пока скажите, здесь можно загрузить программу Praxis? Да, конечно. Компьютеры не пострадали. Посмотрите сами. Я останусь здесь. Здесь безопасно. Если вам потребуется помощь или найдете подмогу, возвращайтесь. Хотите приобрести что-то еще, мистер Дженсен? Ну что ж, поступайте, как хотите. Я останусь здесь. Здесь безопасно. Если вам потребуется помощь или найдете подмогу, возвращайтесь.
говорит Уильям Таггарт. Если кто-нибудь меня слышит, умоляю, помогите. Мы забаррикадировались в главной серверной. Многие ранены. Пожалуйста, спасите нас. Пожалуйста, спасите нас.